После долгих 5 лет на Чукотке возродили ежегодные спортивные соревнования за Кубок губернатора. Сегодня в Анадыре состоялась официальная церемония открытия состязаний. В турнире участвуют представители всех районов Чукотки. С приветственным словом к участникам соревнований обратился губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Дорогие друзья, приветствую вас на главном спортивном событии нашего региона. Сегодня тут собрались лучшие спортсмены Чукотского автономного округа, победители районных соревнований. Чукотка всегда славилась сильными людьми. Мы понимаем, что за каждой медалью, каждым достижением стоит огромный труд. От имени правительства Чукотки и лично от себя выражаю вам глубокую признательность и уважение за выдержку и верность своему призванию. Церемония открытия спортивных соревнований за Кубок губернатора состоялась на 3-й день. Это связано с тем, что организаторы хотели дождаться прибытия в окружную столицу команд из Провиденского городского округа и Чукотского района. В эти дни на главной спортивной арене на первом этапе в борьбу за Кубок губернатора вступили женские команды по баскетболу и волейболу. Сегодня начались игры на вылет. Победителем будут определены в воскресенье. В тот же день состоится награждение лучших команд и игроков турнира. Возобновленные окружные соревнования стали для участников настоящим спортивным праздником. Ну, ощущения от Кубка губернатора только положительные, потому что очень давно Кубка не было. Не видели давно команд с других округов и районов, поэтому готовились к турниру основательно. В принципе, надеемся, что пройдет все положительно для нас, для района Анадырского. Одержим, возможно, победу, будем к этому стремиться, по крайней мере. Ехали, конечно же, с хорошим настроем. Мы должны сыграться очень хорошо, играть до последнего, сражаться со своими соперниками. Даже если мы где-то что-то плохо играем, мы должны сопротивляться до последнего. В дни первого этапа среди волейболисток и баскетболисток проходят групповые встречи по 3 в день. Многие из них встречаются на игровом поле впервые. Несмотря на соперничество, команды подружились и поддерживают друг друга со зрительских мест. Мы приехали с очень заряженным настроем, мы долго готовились к соревнованиям, очень их ждали. Наконец-то вот в 2024 году удача на нашей стороне, и мы оказались здесь. Мы поддерживаем команду Билибина, мы очень сдружились с этим районом. Мы живем вместе, мы проживаем в одном хостеле, вот, и мы решили, что будем поддерживать друг друга. Мы приехали в первую очередь побеждать и показывать мастерство Певека. Очень понравилась нам команда по волейболу Эгвикинот, вот, и поддерживаем их и Билибина. Состязания за Кубок губернатора зрелищны и интересны не только для самих спортсменов и тех, кто за них болеет, но и для судей окружных соревнований. Ощущение от игр самое положительное. Ощущение праздника спортивного, долгожданного. Много лет Кубок губернатора не проводился, поэтому эмоции положительные. А вот качество игры желало бы быть лучше, потому что из-за отсутствия предыдущих игр, уровень не у всех, но у некоторых команд снизился. Команда Билибина в последний Кубок губернатора была одним из лидеров, занимала второе место, заняла. А нынче показывают гораздо ниже уровень. Все команды еще не видели. Второй этап Кубка губернатора пройдет со 2 по 7 апреля. Сильнейшие определятся в мини-футболе и настольном теннисе. Заключительным этапом станут соревнования по баскетболу и волейболу среди мужских сборных. Состязания пройдут в период с 9 по 14 апреля. Переходящий кубок получит муниципалитет, показавший лучшие результаты в большинстве видов. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.